Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня украшаем торт на день рождения для мужчины. Торт этот заказала жена для своего мужа на 60-летний юбилей. Сам торт бисквитный, диаметр его 24 сантиметра. В прослойке крем заварной масляный, шоколад и малиновый джем. Такой торт в моих начинках называется швейцарский. Украшаем белково-заварным кремом. С одной стороны немного скругляем сердце. Сделаем оттиски алюминиевой фольгой. Обводим их мешком с небольшим отверстием. Будем делать объемные узоры. Обведем узоры.
мешком с тонким отверстием сделаем паутинку между узоров. Внизу и вверху торта поставим вот такие маленькие ракушки. Насадкой «Большая роза» сделаем небольшие бутоны. Мешком без насадки сделаем листья. В чашку добавляем спирт и кандурин античное золото. Спирт я покупаю в аптеке. Распылять золото будем с помощью аэрографа. Некоторые зрители спрашивают, сколько я израсходовала спирта и кандурина. К сожалению, точно сказать не могу. Я это делаю на глаз. Окрашиваем торт понемногу со всех сторон. Спирт очень быстро испаряется, поэтому торт не влажный. И я советую вам разбавлять кандурин именно со спиртом. Торт получился 3 килограмма 200 грамм. Белково-заварной крем готовила на 5 белков. Осталась примерно 1/5 часть. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!